Всем привет, дорогие друзья, с вами Фландри, и сегодня я продолжаю проходить Far Cry Primal. Вот, в прошлой серии мы разрушили Луну солнцеходом. Вот, также побывали, по-моему, да, у Урки мы побывали. Честно, уже почему-то сам забыл, не знаю почему. Так, сейчас мы все здесь возьмем, все, что нам нужно. Так, это. Ничего. Ну все. Так. Все, здесь мы все взяли. И сегодня я планирую пойти. Во-первых, сейчас еще улучшим. Здесь еще одно задание у Урки. Мы Урки, наверное, пока что оставим. Пусть он пока так будет. Я думаю, сегодня можем пойти на север. Так сказать. Попробовать там что-нибудь сделать. Так, ну пока мы сегодня... Чего? Сейчас мы пока идем в деревню. Во-первых, там у Сэлы какое-то задание. И у деда у нашего. Нам как раз цели надо хижину улучшить. Вот сейчас как раз возьмем задание и хижину заодно улучшим. Так. Так. Так, я же все взял здесь точно. Здесь все так же не хватает трех шкур барсука. Здорово. Так, Сева, подожди. Я тебя сейчас улучшу. Здесь еще три навыка. О, офигенно. Так, все, три навыка нам дали. Так, два навыка у нас есть, нам бы сейчас вот здесь подкопить. Можно, конечно, взять наготове. Тащи и кидай. А, здесь еще ячейка. Давай возьмем здесь тогда сейчас. Тащи и кидай возьмем. Тогда 4 очка накопим всего. Ага. Ну хорошо, ладно, пошли. Чего тебе? Все висит, что-то у нее тут, как у шамана, блин. Уши все. Этот удам много винджа убить. Здесь уши не слышать крики. Снаружи крики не прекращаться. Ты усмирить крики, Такар. Ты убить Уа. Я выследить его в его доме, да. Но его дом гнилостные поры защищать. Я знать, как остановить гнилостные поры. Желтый лист севера. Из земель Удам. Удам диджамс. Господи. Ты сказать своим ушам. Я вернуться. Так, ну хорошо, допустим. Без проблем. Так, в земли Удам. Задание добавлено. Спасибо. О, господи. Что вы разбегались-то? Так, это тоже мне. Так, здесь больше заданий нету, я так понял. Кости. Так, ты тут чего? О, господи. Мажет что-то. Назад! Назад! Почти готово. Ё-моё. Навоз. Дёготь. Кровь удам. Делай тотем твёрдым, как дерево.
Готово. Сильный, как дух Винджа. Сильный, как обочины. Теперь как дом Винджа. Ё-моё. И чё тебе надо? Ты просто поговорить меня позвал, серьезно? Как хочешь. Ага, шкура пещерного медведя. Мешок для бомб. Пещерного медведя, да, значит? Так, ну ладно, хорошо. Допустим. Где у нас задание-то? Урки. А, о, как раз. Высокая сложность. Пошли, наверное, сначала вот сюда. К Арушу, так сказать, заглянем. Давно мы у него не были. Так, нам надо бы сейчас Дио Брандо нашего взять. Так, значит. А эта сумка внизу же. Так, где там? Ну-ка. Так, нам что, 600 метров ковылять? Мы поковыляли. А, зачем ковылять-то? Можно же... Здорово. Можно же просто проехать. Так, ну-ка. О, уже 500. Ох, ё-моё. Спокойно. Тигри нам нужны. Ой, тигри! А, тигри нормально. Тигри, все хорошо. Это утро, что ли, уже? Так, все, 400 метров. Сейчас мы быстренько доедем. Так, что там нам надо-то? Забыл. Так, защитите мамонта, если давайте вы ее раздавите охотников удом. Прям на мамонте, что ли? Так, это что, они тут идут, что ли? Не надо меня тут Винджи, они орут. Я тебе пару, блин, Винджи. Аванпост логово Тварши. О, ну-ка, подожди-ка. Аванпост. Давай-ка пока на аванпост заедем. Вот так. Стоять. А где аванпост? Серьезно, что ли? А где он? А, вон там, вот. Ё-моё. Летели, что ли? Так, бомба у нас одна есть. Так, где у вас тут чё? Товарищи. Чё, серьезно, на входе никого нет, что ли? Да ну? Да есть на входе, по-любому что кто-то. Да вы чё? Да ну? На входе никого нет. Не верю. Так, ну-ка, тигри. Спокойно. Зачем отпускаться-то? Совсем дурак, что ли? Так, ну-ка. Спокойно. Допустим. Так, вещи. Ага. Ну хорошо, давай посмотрим, что тут. Здесь рука дальше еще, что ли? А, ну-ка, подожди-ка. Не, я залезу за рукой дальше, чисто, чтобы опыт получить. Давай-ка. Сейчас быстренько заберем. Так, аккуратно, главное. Все, спокойно. Так, тихо. Ну, как обычно, в принципе. Теперь все восстанавливать придется. Так, ладно. Че, серьезно, нет, что ли, никого? На входе вроде как чисто. Хорошо. Блин, где бы тут спуститься-то нормально можно было? Это кто? Не надо. Нам вот сюда, вот с тобой, тигри. А, подожди, здесь вход, да? Пошли, что ли? Даже звука не было, между прочим. Тихо. О-о-о!
Слышу, мамонта орут. Они что, там мамонта хранят, что ли? Так, тихо, тихо, Дио. Спокойно. Так, где они? Вижу одного. Это не стукач. Вот стукач. Вот бомбовик. Так, тихо. Ага, еще один, да? И еще один вижу. Тихо. Дио, отходим, отходим, отходим. Они что-то заподозрили, нет? Все... Ага. Еще один товарищ ходит. Так, Дио, давай-ка ты пока. Свалишь куда-нибудь. А мне надо бы как-то разобраться здесь по-хорошему. Тихо, 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 тихо. Он что, сюда идет? Ё-моё. Тихо. Спокойно. Он передом, задом стоит. Передом. Спокойно. Иди обратно. Иди обратно. Обратно иди, говорю. Блин, вот этого гада бы снести как-нибудь. Там нет вроде никого. Да иди обратно уже. Ё-моё. Братан, иди. Тебе тут нечего делать. О, все правильно. Так и надо. Давай, давай. Давай, 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 давай. Спокойно. Так, одного вынесли. Ой! Тихо, 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 тихо. Че, братан? Пугает, блин, меня, я его даже не заметил, гада такого. Блин, это бомбовик, что ли, был? А, все нормально, он съехал. Здесь кто такой умный? Ё-моё, разыгрались тут. Так, интересно. Еще один обычный товарищ, да? Вот этого я снять могу, в принципе. Давай так и сделаем. Тихо. Ага. Вот этого я снять не могу. Хотя нет, может и могу. Подожди, этот смотрит сюда? Нет, этот сюда не смотрит. Ну давай. Аккуратненько. Ну вот как знал, что начнется какой-то капец? Так, это женщина, не трогаем. Подожди-ка. Ай, блин, это тоже то же самая женщина. Опа! До свидания, братан. Тревога не поднялась. Ну ладно, 1000 опыта тоже пойдет. Не надо было, блин, наверное. Ну ладно. Так, все, теперь точно нам нужен Дио. Так, здесь у нас все сломано. Все сломано, да? Так, ладно. Северная глина, да? Ага. Так, у вас чего? Звериная шкура. Вот мясо я бы тоже взял, если что. Так, здесь что-то нифига нет. Здесь кости одни валяются. Подожди. Хорош. Глина. Кости. Чё это? Чё это?
Что это такое? Маруа? Фу. Да тих ты, Маруа! Маруа, блин, ему. Тебя помаравкаю сейчас. Так, подожди, нам наверх надо подняться. Там наверху у нас все это дело. Так, ну давай. Что ли? Не, здесь сначала нормально зашли. Все. Ага. Так, 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 так. Беру, 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 беру. Кедр, это возьму, возьму. Шкура барсука, вот, пожалуйста. Вот так и надо было. Так, а что у нас там? Давайте, наверное, до утра сейчас отдохнем, до рассвета, да. Там, наверное, ночь еще. А, блин, там же ночь и так шла. А, нет. Там уже по-новому, видимо. Ночь началась, пока я тут возился с ними. Так, тайник, давай. Так, древесину я всю беру, 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 беру. Ольха. Шкура редкого полосатого волка. Ага, теперь я могу еще кому-то хижину сделать. Вот, корушу, пожалуйста. Беру. Так, ладно, теперь точно вот сюда надо. Как мне выйти? Вот так. Так, ну-ка. За мной. Так, ну-ка, подожди. Давай, давай. Да шо ж ты. Да подожди ты. Че, я сесть-то не могу? А, тут лед, наверное. Точно. Так, ну-ка. Да хватит меня поджигать, блин, все время. Ну-ка, давай. Сюда. Еле-еле. Душа в теле. Как сесть-то на нее, мое? Фиг поймешь, как... Ой, блин. Этот блик неприятный. Фиг. А, это что-то... Поесть можно было. Так, ред... Северный черный камень, я так понял. Так, ладно, нам что, 200 метров. Здорово, волки! Здорово, как жизнь? Только пошли нафиг отсюда. Так, Мишка, подожди. Где-то там. Ну-ка, 200 метров всего осталось. Здорово, Мишка. Здорово, хозяин. Спокойно. Пещера крадущегося медведя. Да не надо меня тут бить. Мишка, пошел нафиг. Я тут нет, запомни это. Так, все, слазим. Это здесь, да? Ага. Хорошо. Так, а у нас по навыкам что там? Один навык, да? Ну ладно. Один навык нам еще не шибко понадобится. Так, ну давай, что ли. А нет, 30 метров куда-то вот сюда. А где мамонт-то? Так, подожди. Да я сорву. Так, значит, защитите мамонта, оседлайте его и раззовите охотников. Так, наездник на мамонте у нас есть. Мамонта следовать за тотемами Удом. Надо разрушить тотемы. Раздавить Удом. Так, кто будет давить Удом? Правильно. Давить будет Винни-Пух. Он у нас все равно, так сказать, самый неприметный тут. Так, подожди, я здесь посмотрю, что тут. Убежище спрятавшегося внизу. Так, что там, 90 метров все? Ой, да ты у нас сейчас, Винни-Пух, повеселишься. Ты у нас сейчас повеселишься. Найдите мамонта. Сейчас найдем мамонта, без проблем вообще. Тихо. Так, я так понял. Так, вижу раз. Товарищ. Вижу два, товарищ. Вижу три, товарищ. Вижу 4, вижу 5. Так, я так понял то, что надо. Вижу 6. Вас всего тут столько. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно.
А если я им вот так сделаю? Ну-ка, подожди-ка. Ну-ка. Мама, это, наверное, бесполезно, так сказать. Ну-ка, давай еще бомбу сделаю. Вот туда теперь, смотри-ка. Ой! Тихо. Ай, ладно. Блин, а? Вот гад такой. На! Ух ты! Ой, ты, тихо. Тихо. Я тебя сейчас дам, блин. Ну-ка. Фига себе. Так, ну-ка, подожди. Тебе что, непонятно, что ли? Залезь на маму. Сейчас залезем. На маму-то залезть надо. Здорово. Подожди, мужик, сейчас я на маму-то залезу. И все будет. Так, ну-ка. Давай, я залез на маму-то. Ну-ка, нафиг пошли. Ну-ка, нафиг, я сказал. Побежал. Так, уничтожьте костяные деревья. Сейчас уничтожим. Совсем страх потеряли. Так, ну-ка. А я могу на тебя ресурсы собирать? Нет? Жалко. Ну-ка, пошел нафиг отсюда. Эти все тоже разбить. Нафиг, чертовой бабушки. Так, где еще костяные деревья? Где еще? А, или тут по одному на каждую эту. Так, ну-ка сюда иди. Совсем страх потеряли. Где остальные? Еще там, что ли, где-то? А, вот еще костяные деревья. Ну-ка. О, прибежали, прибежали. Здорово! Ты че, ты че творишь-то? Ты кого тут бить собрался? Ну-ка, пошел отсюда. До свидания. Совсем страх потеряли. Я тебя, блин, сейчас... Совсем офигели. Сейчас тебя, блин... Ну-ка, все каменные деревья вот эти ломать. Так, ну-ка. Блёха, ты... Ты посмотри, блин, а? Ты меня сейчас полетишь, понял? О! Правильно, спокойно. Ломатёнок. Так, вон там еще костяные деревья вижу. Подожди. Подожди, братан. Давай сюда еще спустимся. Вот, вот здесь костяные деревья вижу. А ну-ка, подожди-ка. Сейчас я... Ну-ка, подожди-ка. Стоять. Да, блин. Два. Три. Ну-ка, пошли нафиг отсюда. Ты сюда иди. Я, блин, сейчас покажу, где раки зимуют. О, все, делов-то. Так, вот здесь еще костяные деревья, так сказать. Есть. Так, где еще есть? Че там встали-то? Алло. Я ж не за этим пришел. Вернись нам... На мамонте к его стаду. К его стаду, сейчас вернусь. Так, давайте, мужики. Удачи вам. Всего самого наилучшего. Давайте, пока. Я пошел. Вот этого сейчас добьем. Все. Да, вот и... Вот. Правильно, мужики, давай их. Давай их. Ты. Что своих там есть? Слезьте с мамонта. Пожалуйста. Тихо. Мамонтенок. Ты иди, мамонт. Ты! Не на меня иди! Не на меня иди! Я ж пошутил! Куда идешь-то? Чё творишь? Бешеный! Блин! Зачем ты зажег-то ее? Погаси! А, ты это зажег. Совсем с ума сойти.
Так, ну-ка. Заодно обыскать можно что-то. Мама, ты, блин, называется. Гуляю тут. Так, а чё ты ушел-то опять? Эх, куда? Я зачем тебя вытаскивал? Ой, ваше благородие. Так, ну и пошли, что ли, на собирательницу сейву, что ли. Так, подожди, где мой там? Мой вот. Ну-ка. А, он пошел разбираться до конца, я так понял. Ну ладно. Хорошо. Так, товарищи, давайте-ка. Ой. Ой, я пошутил, братан! Я пошутил! Ой, это какая-то кошка, смотри, новая! Подожди! Стоять! Подожди, где новая кошка? Так, мамонтенок! И это... Ну-ка! Некого приманить, что ли? Да ну нафиг! Только что был. Какая-то кошка новая. Ну-ка. Ладно. Так, добегу. Хотя, что бежать-то опять? Ай, ладно. Че, ходить, что ли, не умею? Здорово. Так, 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 так. Вы что тут, греетесь? Греетесь, молодцы. Так, опять там эти мамонты. Мамонты — это какое-то зло в этой игре. Козлы. Так, подожди. Ты мамонтов не трогай, главное. А то это. В прошлый раз задели, нам чуть в ответку не вломили. Так, подожди. Побежали. Так, что там? 400 метров. Ладно, сейчас я заберу камень и сяду на тебя. Куда? Тихо. Спокойно, буйный какой. Ну-ка. Трум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Стоять. Так. Куда там, мне интересно? Наверное, вниз, да? А здесь гора, она как идет, мне интересно? А, нам здесь и так в обход идти. Ну ладно, пошлите в обход тогда. Так уж и быть. Да ё... О, Мишка ходит. Здорово, Мишка. Подожди, так мне в обход, нет? Да, мне сейчас в обход всей горы надо будет идти. Ё-моё, скалы... Скалы Снейшн. О, волчатинка. Ты чё тут один делаешь? Бедный. Несчастный волчонок. Так, тихо. Дело, ты это... О! Спокойно. Так, нам теперь вот сюда, да? Осталось! Я думал все время то, что это кто-то другой рычит, а это он, видимо, рычит. Так, прям когда бежит. Отказ от помощи. Я что должен был сделать-то, ё-моё? Я все понимаю, но я чё вам? В земли удам. Найдите редкий желтый северный лист для сейвы. Пошли искать. Что ли? Так. Повой мне там еще. Ну-ка, пошел нафиг отсюда. Куда? Шкура! Тебе дам, блин. Так, где? Здорово. Опаньки, вот оно, да? Ну-ка, смотались, подожди. Глину надо забрать. Глина нужна будет. Так, ну давай. Где? А вот. Господи. Опаньки. Прилетело. Как обычно.
Ладно. О! Меня уже встречают, так сказать. Здорово! А, там зиловец этот. Я вижу тебя в доме мягкокровных Винджа. Теперь ты ходить по земле Удам. Вот, правильно. Чтоб не трепался лишнего. Удам болеть огнем в голове. Удам умирать здесь. У может скормить тебя Удам. Плоть мягкокровных делать Удам сильнее. Потом убить мягкокровных Винджа. Какой грозный товарищ-то. Да, в клетке оказались в итоге. Пришли за северным листом, блин. Внимание, Удам отобрали. В смысле? В смысле отобрали? Я что-то не понял. Как-то отобрали. Они что, совсем попутали? Здесь опять, да, что-то? Да, здесь какая-то кровь. В смысле отобрали? Я понять не могу. Взять. А, ну вот. Очередная кошка. Так, ну и чего? Ага, понял. Так, допустим. Найдите ваше снаряжение. Так, хорошо. Я надеюсь, у меня... Так, ну-ка. Это сверху, да? Ладно. А по карте мы где? А мы на этом же месте. Вот, мое оружие надо брать. Да понятно, что надо брать. Так, тихо. Не ори. Мое оружие. Снаряжение найдено. Ну хорошо. Что снаряжение найдено-то? Я сохранять тепло. Или холод убивать меня. Так, спокойно. А что-то холода-то нету вообще как бы. Так, ну-ка. Северная глина. Что-то холода-то не особо. Я теплую одежду второго уровня-то сделал. Видимо, это задание надо было раньше выполнять. Ладно. Хорошо. Исследуйте пещеры, чтобы найти выход. Ну давай исследуем. Так, спокойно. Трубочист сидит. О, господа. Так, здесь еще товарищ сидит. Еще товарищ сидит. Что ж такое? Еще товарищ. Так, вот этого вот мы сейчас это хлопнем. Чтоб лишних случаев не было. Все спокойно. Проходим. Тихо там. Это что там? А, это показалось там. Они вообще слепые такие. Прям капец. Тихо. Спокойно. Им то есть вообще пофиг, да? А-а-а! Тихо. У меня все есть. Блин, а этот вот куда он идет? Интересно, он что, сюда идет, что ли? Ёперный театр. Че, серьезно, сюда идет? Нет, не сюда вроде. Нет, сюда идет. Интересно.
Так, а в этого я никак, да? Это здесь. Хорошо. Тихо. Спокойно. А, уже обратно пошел. Спокойно, я тебе говорю. Там, ты что, смеешься надо мной, что ли? А я же тебя могу ушаляпить. Могу. Один к навыку есть. Хорошо. Без проблем вообще. Так, теперь главное вот этого вынести. Товарища. Чтоб кипиш не поднял. Все. И здесь все забрать. Да винжа. Господи. Че пристал-то? Так, подожди, надо бы понять. Этот спиной сидит. Так, подожди, если я сейчас вот этого грохну, его бы как-то... Тихо! Спокойно! Это прикольно сейчас получилось. Очень даже прикольно. Так, ну-ка. Ох ты, ёперный театр. Ты посмотри, сколько сумок-то у них тут. Ё-моё. Прям под меня, смотри, делали. Все, можно бежать. Сейчас отъедимся и бежим просто. Бежим. Подожди, а здесь тоже сумка что-то была? А, там мы обыскивали вроде, да? Да-да-да. Здесь мы уже все обыскивали. Подожди, здесь? Подожди, нам куда? В какую сторону? А, нам вот в ту. Все правильно. Ай, там тоже были. Все. Я уже путаться начинаю. Мясо дай. Так, ну пошли, что ли. Так, исследую пещеры, допустим. Опа, живой, что ли? Нет, ты подожди, мужик. Ты нам не нужен. Ты кипиш сейчас поднимешь мне. Извини, конечно, я не специально, как бы. Но ты тоже мне сейчас можешь сделать, как бы, плохо. А мне не надо. А здесь еще сумки, видимо, нет нифига. Ну ладно. Пошли дальше, хорошо. Без проблем вообще. Там мы всех утихомирили. Опаньки. Там происходит, я понять не могу. Так, спокойно. Так, ну-ка. Смотрим. О! Товарищи. Если я сейчас... Если я даже сейчас сюда спрыгну. Тихо. Не надо мне тут. Все, сумка мне не нужна. Спит, а? Не надо, я сказал. Где еще? Понять не могу. Ага, так, этот спит, да? Блин. И как быть? Снизу пройти, что ли? Снизу получится вообще? Ага, здесь двое. Да-да-да. Классно, круто, офигенно. Я так понял, здесь без кипиша никак, да? Либо же нет. С кипишем тоже можно. Тихо. С кипишем тут тоже возможно, я так понял. Я понял, хорошо. Так, подожди, тут еще кто-то есть? Братан, ты откуда?
Подожди. Ты откуда? Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, братан. Ты откуда там взялся-то? Тебя ж не было. Ух ты, ё-моё. Появился, блин. Так, подожди, куда он сейчас пойдет? Этот наверх пошел, хорошо. Ай, блин. Фиг с этим сланцем. Так, этот наверх пошел, стоять. Спокойно. Ага, вниз теперь, да, обратно. Обратно пошли. Хорошо. Теперь я вот сюда иду. Тихо. Так, этот наверх, ладно, пошел. Это там так и будет стоять, что ли? Не, братан, ты давай что-то делаешь, что ли? Прям надо мной, да, сейчас? Так, этот пошел. К нему этот идет. Ёперный театр. Не ори. Давай, давай, давай. Я понял, давай. Ух ты. Тебе, блин, сейчас покажу, где раки зимуют. Подожди. Ты, я тебя покидаюсь, блин, сейчас. Так, подожди, я понял, надо сначала с этими товарищами разобраться. Потом со всеми остальными. Ешь, курить! Ешь, курить! Ты чё там кидаешь, я понять не могу. Я тебя покидаю, блин, сейчас. Совсем страх потерял, что ли? Я тебя покидаю, я тебе сказал. Кидает он меня тут, свои. Фигни, блин. Я тебя, блин, кину сейчас. Совсем охренел. Так, теперь еще дальше, ё-моё. Так, товарищ здесь есть. Так, убейте стража пещеры. О, господи. Так, тяжеленькие. Да-да-да. Товарищи идут. Тихо. Что-то там распыляет еще. Не обращайте внимания, просто блох ищет у нее. Так, и как я это должен сделать, мне интересно. Стоит кто-то? Нет. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Падай. Тихо, у меня тут. Я сейчас поищу, блин. Спокойно. О-о-о! Все, забегали. Не, все понимаю, конечно. Ай, блин, ладно. Черт с ними. На, держи. Держи. Так, спокойно. Ох ты, гад такой. Тебя, блин, сейчас покидаю. А ты там чего идешь? Еле-еле. Я сейчас тоже, блин. Ну, пари мне еще, пари. Вот так вот называется. В телекомпании Джеймс Бонд. Ты куда там полез? Ну-ка обратно. Пошел, 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 пошел. Ну-ка подожди. Ты ко мне бежишь? Какой молодец. Иди сюда. Алло, давай быстрей. Иди сюда, говорю. Не ори. Давай, давай, давай. Оп. Оп. Ну как мне его убить-то?
А, ну вот так, тоже неплохо. Ладно, хорошо. Так, подожди, здесь еще есть, оказывается, сумочка. Так, извиняйте, мадам. Не специально я. Еще выше сумка есть, ё-моё. Так, здесь ничего такого. Пошлите, ладно. Хорошо. Без проблем вообще. Так, ладно. Давайте-ка. Опаньки. Ну и все, делов-то. Тихо. О-о-о. Господа, это я вам сейчас подарок кину. Держите, братан. Братаны. Алло, держи. Вот ладно. Ты откуда там взялся, гад? Ты... Покидай меня еще тут. Отходим, отходим, спокойно. Так, ты... Покидай еще, говорю, мне тут. Так, а ты там постреляй еще мне тут. Тебя покидай... Нет, ты... Он не понял, что ли? Тебя, блин, покидаю и постреляю сейчас. Все вместе, хочешь? Ой, тихо. Чуть не упал, блин. Называется... Я думал, они по двое ходят, а не по 40 человек, блин. Так, ну подожди. Северная... Ой, господи, что пугаешь-то? Ирод! Блин, я думал, тут уже за мной пришли какие-то хищники. Доедать, так сказать. Пугает, блин, меня. Совсем дурак, что ли? А, здесь я так понял. Родина Удам. Да-да-да-да-да-да-да. Ладно, хорошо. Так, ну вот и вышли. Теперь в деревню вернуться. Фух. Длинная серия получится, ничего не скажешь. С ума сойти. Ну ладно. Я знать, Удам тебя не убить, а не пытаться. Желтый лист севера. Он защитит тебя от паров. Ты скоро узнать. Че ты мне тут? Потом Такар охотится на Уа. И брать его ухо. Ну ладно, хорошо. Так, что это? Родина Удам. Путь в землю Удам, где правит У. Очень высокая. Путь преграждает смертоносные гнилостные испарения. Вам поможет зелье противоядия. Ага. Нам бы сначала вот сюда, вот, так сказать, пройти. А потом уже можно и на Удам. Так, ну ладно, что у нас по заданиям? Все, тут пока в деревне ничего нет. Можно, кстати, заодно сейчас построить Карушу. Земли Удам. Надо готовиться, прежде чем нападать. Не, подожди. Этот. Каруш, ты подожди, я сейчас. А, ты не Каруш. Или Каруш. Это Каруш. А, это Каруш. Так, давай. Сейчас улучшу заодно. А то ты так это живешь скучно. Все, давайте. Все, заодно 4 навыков. Так, ну и берем, что ли, дополнительную чайку, что ли? Конечно. Теперь 5 хотя бы. Да, ну и теперь можно, в принципе, и закончить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите в нашу группу в Дискорде. Это точно Каруш? Ты что, подстригся, что ли? Да ну!
Это не Каруш. Вот. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите в нашу группу в Дискорде, заходите в нашу группу ВКонтакте, проявляйте активность в этих группах, добавляйте меня друзья в Дискорде, ВКонтакте. Также заходите в группу нашего спонсора, Хуечное Королевство. Всем спасибо за просмотр, ссылочка на канал моего Игоря, друга Игоря будет в описании. Всем пока-пока.